американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom назвал возможных виновников утечек на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он считает, что атаку могли совершить США или Великобритания. Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. «Я думаю, это довольно очевидно», — заявил Дуглас. Макгрегор объяснил, что для повреждения необычайно прочных из-за их конструкции труб газопровода, необходимо было использовать сотни килограммов тротила. Он также указал на абсурдность обвинений в адрес России. Полковник напомнил о высоких доходах Москвы от экспорта энергоресурсов. Разрушение северных потоков также невыгодно Германии, которая была заинтересована в поступлении российского газа, обратил он внимание. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.